Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки Электрика». Вот случилась у нас такая ситуация. Вышли из строя наши новые пленочные конденсаторы. Это у нас конденсаторы КПС. Устанавливали их сюда около года назад. И вот произошла у нас такая вот авария. Конденсаторы у нас вышли из строя. Изолятора что-то вывернуло. Там даже проводники, вон те дальние, все оплавились и хвосты отгорели. Вон видите хвосты, вон, вот и вот. Здесь тоже все. Это у нас конденсаторная батарея на 500 вольт, на напряжение 500 вольт. Собрана она была треугольником на соответствующую емкость. Это у нас ток по фазам, то есть 3 щитовых амперметра для нее. Питается она у нас через кабель. Это кабель приходит на секцию, установлен автомат, с автомата приходит кабель. То есть это отдельная панель конденсаторной батареи. 3 трансформатора тока в каждой фазе, шины. И здесь вот получается расключение все шло. Эта баночка прям здесь аж выпрыгнула из своего посадочного. Видимо, очень плохо ей было. Ну а причиной данной аварии я считаю повышенное напряжение сети. То есть здесь, еще раз говорю, что они у нас на 500 вольт, эти банки. А вот напряжение на секции у нас составляет, видите, вот по прибору 540 вольт. Это у нас АБ. БЦ 540. И АЦ даже чуть больше, 545, даже можно сказать. Причем ниже мы уже здесь снизить напряжение с помощью переключения ступеней трансформатора не можем, потому что оно уже стоит в крайнем положении. Дело в том, что на этот трансформатор сети нам выдают заведомо завышенное напряжение порядка 10,8-10,9 киловольт. Соответственно, вот такая вот ситуация у нас здесь и случилась. И как я уже говорю, для конденсаторов повышенное напряжение очень и очень критично. Так, что же у нас говорится в паспорте, либо в руководстве? Так, ну, во-первых, еще раз напоминаю, что у нас КПС на 0,5 киловольт. И тут определенной мощности. И конденсаторы допускают работу при действующем значении напряжения между выводами согласно таблице 2. Ну, вот у нас таблица 2 и смотрим. Коэффициент повышения напряжения по отношению к номинальному. У нас напряжение на секции было порядка 540-545 вольт в моменте. То есть 10% приблизительно. То есть максимальная длительность 12 часов каждые 2-4 часа. А у нас такое напряжение находится на секции постоянно. Что, соответственно, и привело к выходу конденсаторных банок, конденсаторной установки и строя. Так, в итоге было решено переходить на конденсатор КПС на номинальное напряжение 0,55 киловольт, что будет удовлетворять нашим условиям эксплуатации. Собственно, что и было сделано. Вышедшая из строя конденсаторная батарея была демонтирована, на ее место установлена новая на 0,55. Вот наши новые баночки.
на 0,55 киловольт. КПС 0,55 киловольт на 40 кваров. Так, нагрузка здесь, ну, где-то 112 где-то, и 112 тоже примерно симметрично. Ну, а напряжение у нас так и продолжает держаться в районе 540 с копейками вольт. Причины этого я вам уже пояснял. Сейчас идет разбирательство на более высоком уровне, чтобы снизить нам все-таки до номинала 500 вольт, а не 550. Почему мы вообще заменили старые конденсаторные установки новыми КПСами? Видите, год 1958. Вот 1958. То есть вся эта батарея у нас 58 года. Соответственно, некоторые баночки у нас выходят из строя. Вот видите, уже часть сняли, пустые полочки. Здесь часть нету. Вот видите, конденсатор КМ. Рабочее напряжение 0,525 киловольт. Испытано на 1,15. И мощность его указана. Схема треугольник. Вот еще одна из батарей. Видите, тоже кое-где уже у нас отсутствуют баночки. Тоже КМ-ки 1958 года. Вот более мощные установлены. Более, видите, мощные такие, большая уже, больше емкости баночки. Софтоловые конденсаторы, которые являются ядовитыми, и их тяжело утилизировать. И тоже уже частично выходят они из строя. В общем, вот такое было небольшое видео. Вот такая вот у нас ситуация случилась. Соблюдайте режимы работы электроустановки и не допускайте превышения напряжения, особенно на конденсаторных установках, на конденсаторных батареях, потому что они очень критичны к повышению напряжения. Также хочу вам напомнить, что вы можете поддержать меня, выразить мне благодарность за интересные, полезные и подробные видеосюжеты, ну и в целом для дальнейшей мотивации и поддержания моего YouTube канала. А проявить благодарность можно путем перевода абсолютно любой суммы, которую посчитаете нужной. Так сказать, сколько не жалко. Всем заранее большое спасибо. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!